стратегии имеем планы расширять географию тяжелой атлетики. Поэтому в этом регионе одна из причин, почему мы захотели проводить, так как здесь не проводили очень давно. При этом культура тяжелой атлетики здесь присутствует. Здесь есть звезды тяжелой атлетики, здесь есть тренеры, здесь есть спортсмены. Поэтому желание здесь проводить, оно складывалось прежде всего из того, что мы хотим, чтобы здесь в дальнейшем дать мощный толчок для развития тяжелой атлетики и ее популяризации. При этом как раз сегодня, именно сегодня, Федерация тяжелой атлетики демонстрирует, что независимо от своего политического предназначения, там, принадлежности своей, каких-то религиозных взглядов, все имеют право заниматься спортом и выступать на наших соревнованиях. Это подчеркивает лишний раз, что спортивный принцип самый важный, и мы одна большая семья спортсменов, которая примиряет, объединяет и делает нас действительно одной семьей. Выделять кого-то точно не хотелось бы, но, наверное, будет оправдано, если я скажу, что та категория, в которой выступал я когда-то, для меня, наверное, вызывает особые чувства, вот, и особый интерес. Это категория 94-96, сегодня она 96 килограмм. Есть желание снова выйти на помост и выступить? Есть желание, не имею возможности. Мое время прошло, сегодня я могу, конечно, естественно, как и каждый, заниматься тяжелой атлетикой, что я и делаю. Я люблю этот вид спорта и люблю ощущения, когда ты чувствуешь свое тело, когда чувствуешь, как там кипит кровь, и веса, которые сегодня на штанге, они на моей штанге, они никого не впечатлят, но точно дадут мне заряд молодости, силы и энергии, которые так необходимы в нашей сегодняшней особенно ситуации.